Друзья, всем привет! Рад приветствовать тех, кто уже посмотрел мой первый выпуск «Строительство землянки» и ждет продолжения. А для тех, кто впервые на моем канале, я немного объясню. Здесь я строю землянку, строю ее один и без опыта. Если вам интересно, то подписывайтесь, а также пишите в комментариях, если увидите какие-нибудь недочеты. Я буду рад полезным советам. В общем так, процесс строительства идет полным ходом, но, к сожалению, не обошлось и без сюрпризов. Обвалилась одна стена, и поэтому мне приходится менять стратегию строительства и в срочном порядке укреплять одну стену. Скажу честно, немного расстроился, не ожидал такого. Еще не закончил земляные работы, а уже приходится возводить стены. Итак, давайте посмотрим, что в итоге получилось. Вот первый обвал. Я очень сильно этого не хотел, но он свершился. Ну что ж, тогда буду менять стратегию строительства. Скорее всего, буду укреплять вот эту стену, чтобы дальнейший обвал предотвратить. Но только так, больше другого варианта я не вижу. Сейчас все нужно вынести. Лишние работы подвалило. Ах, жаль. Ну ладно. Курьезы тоже бывают. Ну, в общем, я решил. Сейчас буду делать выход. И всю эту землю буду стараться через выход выкидывать. Уже носить не буду грунт из ямы. Ну, большой объем работы я уже сделал. Осталось вот эти ступеньки убрать. И выровнять пол. Ну, соответственно, прежде чем убрать ступеньки, мне нужно вот эту стену укрепить. Ну что ж, приступим к работе.
Отличная работа. Вот сегодня объем работы выполнил. Небольшой вход сделал и укрепил пол стены. Поставил распорки, чтобы столбы не завалились. Но на сегодня все, хватит.
Надеюсь, завтра хорошая погода будет. Продолжу завтра.
что-то.